Арсен Аваков, который является исполняющим обязанности министра внутренних дел, заявил о том, что базовый коридор гуманитарного типа, за счет которого люди смогут начать покидать зону, где в настоящий момент проводится операция антитеррористического типа, будет расположен в направлении Краматорская-Барвенково. Данное заявление было сделано, как передают украинские средства массовой информации, во время проведения брифинга в городе Изюм, который расположен на территории Харьковской области. Об этом сообщают журналисты издания для деловых людей «Биржевой лидер». Таким образом, если верить словам главы Министерства внутренних дел Украины, то подробные маршруты, а также схемы для того, чтобы предоставить коридоры гуманитарного типа, должны быть доступны массовой общественности уже в эту среду или четверг. Помимо всего прочего, Аваков также заявил и про то, что коридором базового типа, который прослужит напрямую для того, чтобы люди получили возможность для выхода и получения поддержки, будет существовать по направлению Краматорск-Барвенково. Также стоит отметить и тот момент, что более подробная информация по всем схемам и маршрутам, которые касаются гуманитарных коридоров, должна будет появиться уже на этой неделе. Как заверил Аваков, эти данные станут доступны либо в среду, либо в четверг, но то, что о них можно будет узнать уже непосредственно в ближайшие дни, является неоспоримой информацией, поэтому все, кто ждет данного заявления, могут быть уверены в том, что уже в скором времени они узнают обо всех подробностях, которые так или иначе смогут им помочь.